Как дела, друзья? Меня зовут Маку, мы продолжаем с вами проходить The Only Traitor, что является DLC к The Final Station, и это вторая серия. Рад вас приветствовать. Итак, в прошлой серии мы с вами нашли лабораторию, и сейчас мы идем и ищем канистру. Единственное, что у меня осталось, это... канистра. Да, бензина, потому что без бензина мы с вами не сможем отсюда выбраться, не сможем заправить наш офигенский, крутящий просто мустанг и не сможем продолжить наше путешествие. Но пока что... по-моему, канистра у нас находилась, кто смотрел предыдущую серию, да? По-моему, где-то здесь, снизу. И мне не стоит проходить полностью весь... Да, насчет вот этого электрума. Электрум находится среди коробок. Правда, я еще не знаю, что можно из него скрафтить, но он якобы течет здесь. И что вообще происходит, пока не очень понятно. Понятно то, что мы один из выживших. Который пользуется машиной для передвижения. Ага, канистра вот. Отлично. Бензинчик нашли. Стоит ли мне туда идти? У нас там еще плевунчик остался. Я должен быть уже рядом. А рядом к чему? Вау, какая жесть. Мне хочется все реально посмотреть, но я прекрасно знаю и понимаю, что это... Твою мать. Какого черта оно закрыто? Да. Какого? Это... А, типа убежище закрыто вот это. Мне кажется, друзья, я начинаю понимать, почему оно закрыто. И кто смотрел предыдущее полностью оригинальное прохождение игры, тот со мной сейчас должен согласиться. И вообще догадаться, почему убежище закрыто. И что же здесь произошло? Так, отсюда я туда дальше не попаду, да? Там чувачок лежит, и у нас достаточно много... с вами патронов для того, чтобы сразиться с плевуном. Давайте попробуем все-таки его завалить. У меня удалось в прошлой серии, конечно, это сделать каким-то чудом. Но сейчас я что-то как-то прям очень дико их боюсь. Ну, не то чтобы боюсь, просто с ними реально доставляет проблем. О, нормально. Еще даже... Сколько? 5 патронов осталось. О, да. О, да. И туда ей мне, наверное, не стоит соваться. Чувак застрял. Не пойду туда. Не хочу. Не-не-не. Хотя... Так, хорошо. Двоих уработал. Один мелкий остался. Пакостник. Давай, иди сюда. Столько жизни потратил, блин. Половину жизни. У нас все есть. Мы можем отправляться дальше. Просто мне реально... Эти комментарии мы читали в прошлый раз. А, мы ж тут были, да. И, походу, нас здесь в прошлый раз и завалили, да? Да, все, выбираемся. Хорошо, все, обошел. По крайней мере, все обошли. И да, босса я уже взял. Все готово, можно ехать. Давай, погнали. Чудно.
Да, привык. Отвык, соскучился реально. Ох. Спасибо, что выручил. Куда планируешь ехать? Ты еще спрашиваешь? Какого черта вы закрыли убежище? Его закрыли еще месяц назад, я тут ни при чем. Ни при чем? Это твой завод или нет? Кричать на меня не надо, я и сам умею. Тебя давно тут не было. Теперь заводом владеет один из Торнтонов. И мы, и чертовы лаборанты делают только то, что он скажет. Думаешь, если я сам не спасся, если бы мог... уже на месте. О, класс. 6 тряпок и 5 таблеток создадим. Ага. И патрончики можем сделать, да? Порох и металлолом. Отлично просто. 13 патронов, я думаю, что более чем достаточно. Окей, окей, окей. Ну чё, давай следующую нам станцию. Чувствую, что плевунов будет побольше. И это меня на самом деле напрягает. С одной стороны. А с другой стороны... неплохо припарковался. Автомойка. С другой стороны у нас... тут когда-то был рынок. Неплохо было бы на этом рынке. Прежним что-то найти. Ох, как же тут стрёмно. И здесь у нас вода. Без воды мы никуда. Давай взрывайся. Угу. Так, там они не пройдут. И мне по-любому, да, придется туда спуститься. Кокнуть бы мелкого. О, хорошо. Хорошо. Так, и этих здоровяков. Было бы неплохо знать, что там впереди нас ждет еще. Или кто. Серьезно, что это ты вдруг... Это был длинный этот, да? Походу, это был он. И собака лает. Неужели здесь добавили собак? Вот это будет... совсем как-то не очень. Балкончик. Ладно, пойдем дальше. Металлолом. Ага, понятно. Что-то здесь как-то совсем все плохо. Плевунчики. Плевунчики, плевунчики. Да, дофига патронов, но... давайте пока их оставим в покое. Хотя бы посмотрим, стоит ли туда вообще идти. С одной стороны мы можем с другой стороны зайти. Да. Хочется все посмотреть. Реально все посмотреть хочется. Так, здесь я ничего не буду открывать. Ну его нафиг. Туалетная бумага, мыло. Спасибо. Это было неплохо, неплохо. Там 100% мы ничего не найдем. Хотя есть какая-то записка. Я даже не знаю, стоит ли тратить
патроны на этих говнюков. Думаю, не стоит. Давай посмотрим, что здесь у нас с этой стороны. А тогда уже как-то потихоньку будем думать, как лучше поступить. Монет 12. А, я думал, это автомойка, это просто прачечная. Спецодежда, мыло, мыло туалетное. Бумага. Жрачка. Что думаешь об этом ордене пришествия? Чего о нем думать, обычные шарлатаны? Ну да, но жена говорит, иногда их можно и послушать. Ты о чем? Если правительство нас обманет и закроет все убежище, что нам делать тогда? И что твои умники предлагают? Они строят свое собственное убежище. Ага. Виски, очки. Слушай, довольно внушительная такая станция. Ну, это не станция, конечно, а целый город. Открывать или нет? Давай. Тоннель будет готов ко вторнику. Ночью можно начинать операцию. Взрывчатка и мешки у Джона. Не забудьте про картину, это главная цель. Интересно, вот по названию. Единственный предатель. Или можно назвать это DLC, ну то есть перевести это DLC как последний предатель. Кто это может быть? Ваше предположение, друзья. Принимаются любые предположения. Канистра. Взрывчатка. То есть это ловушка, что ли? А, не, нормально. Хотя, слушай, меня что-то как-то действительно заинтересовало. Что за взрывчатка и... хранилище, да, какое-то? Ага. Похоже на ограбление. Деньги, тряпки. Как заманчиво. Мне хочется увидеть все локации, все комнаты, все, куда я везде хочу побывать, где я смогу только пройти. Я знаю, конечно, что за это придется заплатить. Лишним временем, во-первых. А во-вторых, лишними патронами и аптечками. И здоровьем. Но мы же в прошлый раз с вами все смотрели, все осматривали. Ну, практически, да, были кое-какие там комнатки. В оригинале, я имею в виду. Не-не-не. С той стороны я тоже смогу зайти, видимо, каким-то... Да, смогу. Дофига их там. Реально дофига. Мне не хватит этих 7 патронов. И чтобы туда добраться, мне нужно прикончить этого. Душ. Виски, очки, CD-диски.
диски. Диски. Это еще кто-то. А ну стой, парень! Куда пошел? Мародеры. Мародеры, падлы. Было бы неплохо их порешать. Как вы на это смотрите? Но я же не успею с двумя разобраться. Тихо. Куда он делся? Я тут, ублюдок. Мало мне было, теперь еще и это. Ну да. А их нельзя... А, смысл мне тогда был. Ладно, аптечка на помощь. Так, ладушки, 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 оладушки. Туда, видимо, попасть никак нельзя. Здесь заблокированная дверь, вот эти двери не открываются, если что. Музей. А, у меня пусто? Серьезно? Но я не пробью его. Единственное, что можно подождать, пока он сюда как-то пройдет. Ну, то есть дальше, да? А потом, если мы найдем с вами патроны... Можно будет с ним разобраться. Патроны для пистолета. Отлично. Иди сюда. Все, никаких преград. Картина. Вермонт. Уильям, да? Уильям Вермонт. О, еще чувак. Если ты пытался там спрятаться, то тебя видно. Думаю, вы правы. Билл Джером. Общительность. Медицина. Историк. Давай будем всех спасать. Я, правда, не знаю, то есть они заменяются или нет. Экспонаты А1 и А2. Предположительно, письма Вермонда Уайта. Уайт, Вермонт. Адресованы Кристофу Торнтону, на тот момент работающему в области нефтяной промышленности, а также совладельцу главных и горных домов страны. В письмах детально обсуждаются возможные условия совместной работы. Понятно. Торнтон. Это все местные, типа, олигархи. Теодор. Какой-то Теодор. Так, с тобой я разберусь. По старинке. Извещение. По приказу администрации Армандо Уайта требуем закрыть действующую выставку как распространяющую антиправительственную пропаганду. Окружной прокурор Рейнольд Криг. Ага. Ага. Тихо. Я мог бы, конечно, убежать от них. Но мне же нужно избавиться от преграды, правильно? Правильно, и все прочесть, чтобы хоть какая-то картинка сложилась. Выставка Алекса Медима.
Разоблачение. Спустя десятилетия исследований историк Алекс Медим представил свои соображения и доказательства, по его словам, разоблачающие истинное лицо Совета. Материалы выставки содержат десятки фотографий и картин, а также архивные документы времен первого посещения. Администрация музея. Так. Дальше прохода нет. А зачем я с ними разбирался тогда? Ну, по крайней мере, на все посмотрели. И спасли очередного чувака. Если что, у нас там еще в багажнике есть место. Можно будет закинуть его туда. Хорошо, что собак не было. Я боялся, что они будут. Они же шустрые, правильно? Ну что, погнали отсюда. Можно было бы, конечно, разобраться с теми. Но там же ничего нет. А соответственно, смысла тоже никакого. Все готово, можно ехать. Погнали. Крафт. Что-то мы сможем скрафтить, наверное. Спасибо, что выручили. Ничего особенного. Предполагаю, вы держите путь в убежище? Соображаешь. Думаю, мы можем успеть в то, что под Ристалем. Вот как. Чего? Я слышал, что оно только для военных. Я тоже это слышал, и что дальше? Они оставят нас умирать? Боюсь, что у них приказ именно так и поступить. Значит, я силой туда прорвусь, плевать. Не лучшая затея против военных. У тебя есть предложение получше? Самое безопасное место — это Метрополь. Безопаснее, чем бункер в десятки километров под землей? Все эти бункеры созданы под руководством Совета. Как и все, что делается в нашей стране. Тут вы не правы. Я мог бы доверять отдельным проектам, например, Адама Торнтона или одного из его учредителей. Но самому Совету я не стал бы верить. Ну, началось. Не стоило тебя брать. Я теперь всю дорогу буду слушать теории заговоров. Если не хотите слушать правду... Не хочу. Окей. Значит, меняя кого-то на кого-то, мы, получается, с вами... Пороха нет. Это плохо. Слушай, а могу я радио сменить? Не, не могу. Просто выключить могу. Ладно. Ладно. Когда мы заменяем одного спасенного, он... То есть меняем их местами. Это как-то не очень, потому что инженер был бы нам более выгоден, чем просто болтун. Они весь город разрушили. Патрончики. Карандаш, монеты, патроны. Так, здесь прохода нет. Кстати, да, железнодорожная станция. Так, чувак. Падай сразу, потому что, блин... Реально, ты же знаешь, что я тебя прибью. Хорошо. А, здесь нет пончиков никаких, ничего взять. Блин. Фига себе раскурочено все.
неудивительно, что здесь все мертвы, либо превратились в этих теней. Стульчик. Так, погодь. Стульчик надо взять. Чё-то он нам явно пригодится. Смотри. О боже! Выживший! Привет. Что тут случилось? От города камня на камне не осталось. Прошу, забери меня отсюда. Я все расскажу. Инженерия, медицина, общительность. Повар неплохо, Мэтью Сандерс. Давай возьмем. Хоть узнаем, чё к чему, да? А можно как-то этого мелкого? Хорошо, теперь с этим можно разобраться. Здоровый город, блин, здоровая станция. Я не понимаю, зачем вы опять мне пишете. Если люди начали строить дома в секторе 0, значит, их нужно оттуда выселить. Этим должен заниматься совет, а не я. Весь сектор 0 будет уничтожен взрывной волной при запуске стража. Я об этом сообщил еще во времена планировки метрополя. Разбирайтесь сами теперь, Мартис Т. Ну да, страж-махина еще та была. Нет, я не знаю, почему чертов совет остановил постройку стены. Я просто архитектор, моя работа выполнена давным-давно. Оставьте меня в покое. Тот же, кстати, Мартис. Патроны для пистолета. Отлично, 20 патронов, это лучше, чем ничего. Ого. Клево. Похоже на план метрополя. Интересно. Хе. Заперто. Открыто. Водиться. Ой, только не подземные ходы, я тебя прошу. Мартис, я изучил твое заглушающее устройство, и я очень рад, что ты выбрал профессию архитектора. Так как инженер-электронщик из тебя ужасный, нельзя соединять два выхода напрямую, это правило начальных курсов. Я все исправил, попробуй сегодня запустить. Хорошо. Опа, это белоглазая, кстати. Жаль, что город так сильно пострадал. Они сказали сопротивление? Пришлось применить меры. Думаю, это не так страшно. Использовать вокзал и пути мы не планировали. И привет. Слышите меня? Эй! Не слышат. Под гипнозом, видимо. Ну понятно, они фанатики. Вот эти с белыми глазами, помните, да, друзья? То есть я не буду спойлерить ничего. Мы проходим вот как есть, так и есть. Это продолжение. Собака. Собака дикая. Не пойду я туда, ну его нафиг. Эти плеваны еще доставят проблем. Немало, чувствую. Тут у нас заперто, значит, пойдем в другую сторону. И на данное время мы нашли только с вами воду. Что предполагает? Прошу расторгнуть договор с почтовой службой Cascus Mail на оказание услуг.
Ну, научные тут всякие, короче, как всегда. О, смотри, коробочка есть. Можно было бы и лучше, конечно, согласен. Мартис, этой батареи не хватит, чтобы заглушить даже радиоприемник, и ты собрался работать с орбитальными сигналами? Тебе нужно не со мной консультироваться, а с лечащим врачом. Поверь мне, никому ты не нужен, архитектор на пенсии, не самая важная личность на свете. Что такого важного ты можешь знать вообще? Действительно. Причем это логично. Ни одной аптечки не нашел. Ах ты, блин. Ладно. Придется так. Ручную. Пошли такие, да, нюансы. То есть не успел выстрелить или пройти чуть далее. На, держи. Жрачка осталась. Жрачка. Бедняга. Порох, металлолом. Чудно. Не зря сюда сходили, на самом деле. А теперь получается так, что у нас жрачка с вами. С правой, то есть с левой стороны. Сейчас закинем эту бочку с топливом. Хотя я не знаю, то есть это бочка с топливом, я бы мог закинуть ее в багажник, если у нас там есть место, да, и просто-напросто цедить. Логично было бы. Но может это не то топливо, а какая-то нефть. Не знаю. Так, тут ничего. Спецодежда, тряпки, таблетки. Хорошо, еще одна аптечка у нас будет. Не зря я это сделал. И не зря спешил. То есть не спешил. Тут у нас еще один пулемет. Хорошо. Ого. Да уж, это точно, что ого. Интересно, кто так срезал? Смотри, вот и дальше заднее, получается, здание, вот тупо. Как будто кто-то огромущим мечом. Резанул. Но мне надо было это сделать, я надеялся, что этого зацепит. Подобного. Неплохо было бы, конечно, бронежилет с них снять. Куча вагонов, но ни одного локомотива. Да. Высшая палата Метрополя. Джону Брину, начальнику главного вокзала Кескус. Подтверждение кода для блокаторов. 4325. Иными словами. Слушай! А часом это не приквел к оригиналу? Вот это был бы поворот. Ну, то есть я просто не сдержался вам это рассказать, потому что, ну, было бы логично. ЖД-форма. Локомотив, тудым-сюдым. Хотя... Короче, все узнаем. Тихо. Цепанул-таки. Цепанул-таки сволота.
Можно, конечно, попробовать с ними разобраться и двинуться дальше, но... даже не знаю. А стоит ли? Он же не даст, этот мелкий, блин. Вот не даст, падла. И стульчика никакого нет. И, кстати, моего любимого унитаза. О, смотри-ка. Зато есть монитор. Сейчас все будет, ребятуши. Сейчас все будет, друзья. Главное быстро спуститься. И шарахнуть. Немного буквально к игре привыкнешь и уже получше как-то ориентируешься. Что-то куда-то меня ведут, вообще непонятно. Ух ты, ё-моё. Там 100% у него оружие. Сто процентов у этого чувака оружие какое-то. Слушай, но если там дробовик, то было бы неплохо. Само собой. Мне нужно выстрелить вот это все, чтобы его взять. Правильно? Но эта падла никуда не уходит. Собака. Высокий, если чё. Так, хорошо. Вот и дружок. Ага. Отлично. Главное не расслабляться, а то сейчас прибежит еще какая-то. Патрон и порох. Блин. Оу. Я так и знал, что так будет. Как только есть какие-то разбитые или выбитые двери, да, то жди сюрприза. Ну, типа все. Здесь мы все подобрали, да, все посмотрели. Фух, хорошо. Двигаемся дальше. А двигаться дальше мы будем, конечно же, в следующей серии, друзья. Ссылка на плейлист в описании под видео, на это дополнение, конечно, там, и на оригинальное прохождение. Довольно клево мы там проходили, прям как-то я соскучился, надо будет самому пересмотреть. Каким-то образом. Да, спасибо, что смотрели, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте комментировать, ставить лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии обязательно с вами. И буду ждать вас в других видео также и в других прохождениях. Пока. Пока.